Всем привет! Вы на YouTube-канале Рыбачий Патруль. Дорогие друзья, больше месяца мы не выходили в море. На это было две причины. Первая причина – это отсутствие, полное отсутствие рыбы. Рыбы не было нигде. Но по отчетам последних дней рыба появилась. И рыба подошла на сапог, куда мы сегодня идем. А вторая причина – почему мы не выходили? Мы, может, даже бы и вышли. Может, там поймали 30-40 килограмм. Но не выходили мы из-за погоды. Погоды весь май у нас не было. Сейчас у нас июнь месяц. Погода плюс 15. На море обещает штиль. Ну, не будем терять время. Рыба клюет же до обеда. Сейчас быстренько одеваем роконы, прогреваем мотор и пойдем в море. Были досмотрены пограничной службой, как всегда. Досмотрели, проверили фамилия, имя, отчество, документы. Документы на катер. Выход разрешен, не разрешен. Все. И вон пошли следующих ловить рыбаков. Ну что, пойдемте. Передохнули. Вот. У нас сегодня море обещает быть тихим. У нас сейчас южный ветер. Чистый южак. Ну и погода на море хорошая. Наката нет, это самое главное. Выходя из Кольского залива, встретили несколько лодок стоящих и рыбачащих. И рыбу они ловили. Самое интересное, нам показали крупную отборную трясочку. Вот. Мы спросили, куда мы идем, мы сказали на сапог. Они сказали, звонили на сапог, рыбы нет. Ну и мы, недолго думая, решили попробовать. Борис Николаевич закинул уже снасть, осталось дождаться поклевки. Да-да, нет-нет. Полчасика половим, посмотрим. Есть. Да. Это моя вторая рыбка. Вот. Первая у меня чуть-чуть покрупнее. Вот такая. И все, и больше ничего. Ну как-то он ловит. А мы почему не ловим? Даже не знаю. Хорошая трещинка у него. С большим трудом я поймал еще одну рыбку. И у Бориса Николаевича поклевка. Было у него пару сходов, и это первая поклевка. Такая более-менее, кажется, за последний час, наверное. Мы уже час где-то рыбачим. Ну да. Ну что, зачетная. Только очень редко. Рыбка у нас, к сожалению, не ловится. Сколько мы вот поймали? Я две. И Борис Николаевич одну. Треска-то хорошая. Ну что ж это, три штуки за полтора часа? Нет, это не наша рыба. Приняли мы решение собраться и пойти все-таки на сапог. Это 15 километров Мористия. Вот туда, где тральщики бегают. Может, там что-то будет. Ну, сидеть здесь не хочется. Мало рыбы. Опускаются руки. Да, руки опускаются, дергать не хочется, спать хочется. Поэтому пойдем на наши точки.
Подошли сеть на волоку, смотрим, стоит несколько лодочек. Подошли к одной лодочке, при нас клюнуло. Подошли к другой лодке, тоже клюнуло. Спросили, ловится, сказали, ловится. Не так хорошо, но постоянно поклевывает. Ну и мы решили все-таки на сапог опять не идти, остаться здесь. Но это, наверное, наше, Борис Николаевич, крайнее решение. Уже на сапог мы сегодня не пойдем, будем здесь рыбу искать. На сеть на волоке. Да, наверное, так и будем. Чтобы бензин уже зря не жечь, туда надо либо сразу же идти, не останавливаясь, либо... Не зря же говорят, что там рыбы нет. Будем... Там мы так же с собой приезжаем. Сегодня пробный заход. Да. Давно не были, поэтому недалеко от дома. Тут всего лишь 47 километров до дома. Глубина под нами 163 метра. Ну что, осталось теперь дело за малым. Дождаться поклевку. Кто первый будет? Наверное, я все-таки. Я сегодня две уже поймал. Даже три. Опа. Ребята, есть. Есть. Да. Ну так рыбка заупиралась, заупиралась, родная. Опа! Вот моя рыбка, хорошая рыбка, неплохая. Опа. Ну, зачет. Так, ну и через полминутки после моей поклевки. Поклевочка у Бориса Николаевича. Слабенько, не слабенько. Лучше. Но это лучше, чем вообще ничего. Да нормальная, не маленькая. Полторашечка. И хорошая. Так упирается немножко. Ветерок у нас усилился. О, хорошая рыбка. Рыбка стала все-таки поклевывать. Мы уже так подбираем чуть-чуть. Вот это уловчик Бориса Николаевича такой зачетненький. Ну, ветер, конечно, сильноватый, но южная волна это вообще не страшно нисколько. Ну и вот так, мой уловчик тоже неплохой. Есть там зачетнейшие трещиночки. Поэтому продолжим пока рыбалку. О, чаечки орать начинают. Вот так пристанет 1-2 к лодке, и все, и весь день орут, 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 орут. Через час-два голова от них начинает болеть. Опа! Так, что я там за загиб такой? О, хорошая рыбина-то. Если не за бок. Последние метры. Очень любопытно, что там съело. Где там ваша рыбка? Ага. Вот так. А я-то думал, там, может, палтус, либо трофей. Ну, сегодня это хорошая рыба. На глубине рыба брать отказывается. Появился большой снос пилкера. Поэтому мы решили с Борисом Николаевичем перейти на 100-120 метров. Попробовать там рыбу поискать. Ну и ветерок, конечно, опять прогноз обманул. Сегодня должен быть был штиль. Но штилем тут и не пахнет. Ну ладно, до дома недалеко, если раздует, успеем выскочить. Зашли на новое место, три раза дернул, кто-то сел. Кажется, что-то неплохое такое. Упиралось-то хорошо. Я не знаю, что это за рыба. Сейчас посмотрим. А,
сосочка. Хорошая. Борис Николаевич зацепил. И за хвост. Но хоть что-то, чем вообще ничего. 3 часа метаемся по сеть наволку, а поймали всего по пару рыбок. В общем, в итоге время 2 часа дня у нас вот улов Бориса Николаевича. А вот улов мой. Все. Не знаем даже, что делать. Ну, наверное, пойдем сейчас в Ладейное попробуем. Да, да, нет, нет, и пойдем домой. Погода у нас испортилась. Дождь пошел. Что-то, кажется, есть. Есть поклевочка. Да, сидит. Подъехали к ребятам, спросили, как здесь вообще, клюет у них или нет. Сказали, 60 кг поймали тоже. Столько, сколько ему. Ну, сейчас посмотрим, что там у нас за рыбка. Да. Отборная треска. И еще какая-то рыбка у меня цапнула. Ну, в этот раз должна быть покрупнее. Оп, да. В этот раз покрупнее. Но это местная треска, она вон какая-то рыжая, прям отличается от всей трески. Оп. Есть. Заупиралась. Давай, давай, родная, слушай, не дергайся. Не дергайся, родная, ты очень дорога мне. Слишком редко ты клюешь. Где моя рыбка? О, это у нас не рыбка, это у нас пикша. Борис Николаевич уже отчаялся что-либо поймать. Ну вообще рыба не клевала, ни в какую. А вон она пошла. Отцепилась что ли? Да. Эх. Как на камеру, так рыба уходит. Эх, не всплывет, не? Нет, пошла в виду. Ясно, ну такая была килограммчика. Кусочка. 1,5, наверное. Да. А вон и пузыри из них пошли. Да. Да, обидно. Ну ладно, дело с мертвой точки сдвинулось же. Будем рыбачить, продолжать дальше. Блин, такая жара, если бы вы знали. А в роконах сидишь, паришься. О, чаечки, а что вы прилетели, родные? Правильно, потому что я занимаюсь чисткой рыбы. Вы это чувствуете и собрались уже все. Хорошо, покормлю, как закончу. Перед обедом моется. Чайки, пора на обед. Прилетели все. Шкерил рыбу, удочку оставил, ну там, может, приподнял чуть-чуть, 3-4 метра от грунта и оставил. 15, ну сколько я, минут 30 шкерил. Вот. Удочку беру, тяжелое что-то. А что? Сейчас посмотрим. Где она там? Так, а как это так? Не, я все понимаю. Ну как, Борис Николаевич, вы мне скажите. Ай-яй-яй, пальчик не воткнуть. Дорогие друзья, вы мне скажите, как вот это само может клюнуть? Я поднял, ну, 5 метров от грунта. Может, она была уже? Да я же дергал. Я же взял раз и тяжело. Розетка, вилка. Дорогие друзья, и здесь я что-то достал со дна морского. Вот любит меня море.
реки, озера и выдают мне вот такие награды. Ну что, оставим на память. Вывезем, ну и в мусорку выкинем. Надеюсь, оно в море больше не окажется. А тут у нас и рачки, чего только нет. Ой, о, и звездочки. Смотрите. Ага, классно. Блин. Ну что, продолжим нашу рыбалку. Может, хоть рыба у меня будет клевать сегодня. А не только вилки с розетками. Погода у нас на севере меняется 15 раз на день. Вы посмотрите, ребята, у нас 20 минут назад, 15, светило солнышко, все. У нас уже начинается дождь. Сейчас, поменялся ветер на северный. Дул южный, стал дуть северный. Это в течение 15-20 минут. Поэтому мы сейчас чуть порыбачим и, наверное, будем сваливать домой. А вот над домом у нас солнышко светит. Есть. Есть, как знаю. Ну, давай, подъехали. У меня здесь что? Опа. Слушайте, ничего такая. А у вас что? Ага. Тоже рыбина. Ну что, трясочка-то пошла у нас. По чуть-чуть убирать стало. Это радует. Вот она, дорогие друзья, и пара крикунов к нам пришла, которые теперь нас будут изводить своими криками. Ну что вы орете, я ж покормил вас. Во, в дождь поперла-то, да? Одна за одной. А может, прилив? А может, прилив. А, наверное, да, прилив сейчас как раз, сейчас время 3 где-то. Ну, все равно, чуть-чуть половим. Ну, хорошая. Хорошая рыбка, зачетная. Есть. Это, наверное, моя крайняя рыбка. Все. Сейчас буду почищу рыбу, помою лодку. Ну и, наверное, будем планировать уже к дому. Время уже 16:30. Ну да, еще Борис Николаевич крайнюю свою вытащит и пойдем домой. Так, и закрываю я сегодняшнюю рыбалку. Ну, я ее закрыл пикшей. Хорошей пикшей. Ну, сразу видно профессионала. Я пикшей закрыл. Нет. Ненавижу тебя и твою камеру, понял ты или нет? Будем еще раз. Как только камера, рыба обязательно у меня уходит. Это просто маленькая была, крупнее сейчас будет. Какая маленькая, на 3 килограмма рыбина была. Мечта целого дня. Ну что, будем делать дубль 2? К огромному сожалению, дорогие друзья, рыба клевать перестала вообще, ну просто не клюет. Погода испортилась, у нас пошел дождь, сейчас он будет очень сильный дождь, но если идти сейчас домой, если мы сейчас быстренько убежим, будет очень хорошо, потому что там еще светит солнышко, поэтому заводим двигатель, одеваем шлема и вперед. Все, всем счастливо, всем пока, дорогие друзья, до новых встреч. Рыбалка сегодня была вот такая, рыбу мы наловили, столько, сколько хотели. Все, всем удачи, всем пока.